Представленная в начале года региональная программа поддержки предпринимательства «Бизнес Ертыс» уже оказывает помощь бизнесу при Иртышье. Каким образом местные производители получают поддержку от государства? Подробности в нашем следующем материале. На ваших экранах цех, в котором привычные нам матрасы начинают свой путь. Тео Тави работает в Павлодаре более 9 лет. 2 года назад предприниматели приняли решение, надо заняться собственным производством, изготовлением матраса текстильных изделий. Это дело стало настолько прибыльным, что здесь задумались о более серьезном развитии. Даже в период пандемии количество заказов увеличилось, потребность медицинских организаций в матрасах возросла. Благодаря средствам, выделенным по региональной программе «Бизнес Иртыс», предприятию была оказана поддержка. Предоставлен кредит на 150 миллионов тенге. Фондом «Дому» предоставлена гарантия в размере 50% от стоимости кредита. Также субсидируется процентная ставка. То есть конечная ставка для заемщика – это 6%. Ранее предприятие закупало материал «Костаная». Благодаря выданному кредиту купили базу, установили оборудование, закупили линию по производству синтепона, которая пока в монтаже. Новый цех позволит создать еще 6 рабочих мест в дополнение к имеющимся 35. Исчезнет и сырьевая зависимость от других производителей. Есть проблемка с сырьем из России, потому что сейчас и паводка, и период, чтобы металл вывести, допустим. Ну и как бы, так скажем, конечно, желательно бы для нас, чтобы все-таки использовать казахстанское сырье. В Казахстане есть Темиртауский завод, допустим, по изготовлению проволоки, но пока надлежащего качества проволоки они нам не предоставили. Были опытные образцы, которые нас не удовлетворили в работе. Синтепон закупали в Кустанае. Сейчас линию по изготовлению синтепона мы здесь монтируем. Значит, ориентировочно в мае планируем ее запуск. Она будет производить не только для наших нужд, она будет производить для Узбекистана и соседних стран и будет обеспечивать потребность в синтепоне те организации, которые шьют. Что-то изготавливают, допустим, там верхнюю одежду, еще прочее. К слову, у предприятия 9 филиалов по Казахстану. В месяц здесь выпускают пока около 3000 матрасов. Производят 8 типов этой продукции. Это линейка от дешевых матрасов, которые производятся. Вот это, в частности, все работает на дешевые матрасы. А тот цех, который сборочный, у нас он производит более дорогие, более, насыщенные матрасы. Чем больше наслоение пирога в матрасе, тем дороже будет он стоить. В целом, в текущем году на реализацию проектов программы ДКБ Павлодарской области выделено 4,5 миллиарда тенге. На сегодня уже поддержано более 600 проектов. Мурат Ибелмажит, Досымбек Такай и Ертыс Акпарат.